Доезжаем до ДП-11, занимаем заправку. Делаем, типа, укрепление из машин. Типа, блокпоста. Кто, блядь, с дороги свернул? Не, химик, я. Хелик. Да хелик. Мне можно, я, блядь, этот... Хелик, ты делай, я-то газельку не хочу просрать, вдруг у него, блядь, ой, я понял. Проезжайте все дальше заправки. А, да-да-да, они, это, тормознулись возле этого поворота. Да-да-да, они там на скалу встали, короче. Это, что, короче, разведка, мне кажется, сейчас нас перехватывать будут. Проезжай, белая газелька, остановись на заправке, я перекрываю дорогу, мы спешиваемся и смотрим. Бля, я как со мной бегает. На я скупке. Как назло забыл, блядь, купить это. Да, вижу, они стоят на горе, смотрят на нас. Что делаем, готовимся? Слышно, занимаем камни. Стволом бегает рядом. Они с калашами, тихо, они с калашами. Один поднимается на камни, может стрелять, спрячьтесь. Дистанция 300-400 метров, тихо, а тихо. Достанут. Я в заправку захожу, это я. Здорово. У вас что там за кипиш? Подожди, у нас тут капец просто. Смотрит, блядь, на нас один с биноклем. Бежит в нашу сторону, по дороге. Готовьтесь. По какой дороге-то, ёбан? По главной дороге, блядь. Оттуда, откуда мы ехали. Я понял. А может их на дороге тупо примем? Они спешились, бегут пешком, а слева от дороги уже, по кустам. Под деревьями. Если что, принимаем, да? Конечно. Ну только подожди, смотрим, с оружием они, нет. Потому что один с оружием пошел на камни чекать, а этот бежит договариваться походу, а тот его прикрывает. Это может быть, ну типа, не гапари, а просто они едут, а тут, прикинь, блядь, впереди хеми, три газельки останавливаются и делают засаду, блядь. Короче, снайпер умер, ну я на точке, тут все спокойно. А что с газельки стоит? Еще машина умер. Он по лестнице спускался и умер. Ну, арма, короче. Ты его снаряжение-то возьми. У меня пушки не высвечивает. Снайпер. Ты видишь его? Где он идет? Нет, он там возле машины, еще белая бэха едет в нашу сторону. Ребят, вы там как хотите, а я поехал дальше немножко. Про разведку территории. Тот парень, который РД имел, тут уже жалоба на него. Это, ребят, вся колонна, двигайтесь по объездной, как я вам показывал. Одна газелька, у кого калаш, со мной останется. Окей, я здесь тогда остаюсь. Чё, бросать что ли вас? Чё, уезжаем? Да, всё, езжайте. На скупке уже свой человек стоит, а мы тут посмотрим. Короче, буквально две чё, минутки стоим и едем тоже. На сервере только три мента. Да. Ты чё, вы предлагаете их... Вертолет палит что-то. Так что если... Вся колонна, двигаемся. Так вся, может... двигаемся. Вся. Может, погодите это... меня, я отстал. Дик. Я здесь. Смотри, что за вертолет-то, блядь, мне неудобно. Где ты его видишь-то вообще? Блядь, это гопский вертолет. А, габаритях. Он завис, короче, смотрит. А, нет, механик. Я куда тут завернуть надо было по объездной сказать. Да, кто поехал дальше? Стой, заворачивай, белая газель, да, стой. Ладно. Да я по главному приеду. Так, кто там на этой? На точке продажи? Я. Ну еще Раптор. Кто-то наш, по-моему. Сколько? Так, сзади сколько нас, смотрите, двое. Сзади нас две машины, отлично. Белая и черная. Я подъезжаю. В одной два типа, один без оружия, второй с калашом. В белой машине никто не выходил, я не знаю, что там. А какая у них группировка? Да без понятия, они далеко, там, блядь, 500 метров до них было. Они что, за вами прям едут? Ну, нет, они нас увидели, что мы сделали засаду. Они остановились, вышли из машины и смотрели. Мы двинулись, и они стояли еще. Меня убили прямо возле гаража. В смысле? Кто? Бан. Эван? Погоди, Руслан тебя убил? Да. Тут не надо никуда сворачивать. А что у тебя было? В смысле, что у тебя? Едь первым, слышь? Ну, еду, можно гаража тебя убить. Че у тебя? Нет, алё! Прямо! В смысле, что у меня было? Техника? Механики. Механики. Вон админ уже про... Админ уже пишет. Давай, пролетай, пролетай. Ствол, ствол, ничего особенного. Да... Ну я еще на бандикам пропишу. Да я тоже сейчас... А не, я даже пишу. Чё, у нас кучка может свободно перейти, да? Да, мы уже подаемся.